Всем привет, с вами Джага, мы продолжаем играть в Binding of Isaac Afterbirth, новый день испытания. Чуток поспешил, но начнется на через 6, 5, эти долгие 5 секунд. 3, 2, 1, ну и кто же это у нас будет за персонаж? Это Lost, вот, ну, даже я не знаю. Идти этим Lost'ом аж до Лэмба. И это на Hard... Нет, по-моему, это не Лэмб, это этот, который... Как его? Забыл уже. Три знака вопроса. Ну, действительно. Как его? Как его? И при этом hard mode. Но тут, ребята, дойдем, докуда дойдем. Я ничего не обещаю. Тут вообще что-то обещать, по-моему, тяжело. Да еще и лостом. Не, ну, может так сложиться, что все будет как надо. Невероятные тонны дамага и... А может и нет. Вот внезапно. Какая нужнейшая вещь попалась. Может ее реролить? А мы не можем ее реролить. Если мы реролим с помощью этого кубика четверки, мы реролим не только ее, но и святой щит, который все-таки святой щит. Это мы удвоили бомбы. Это что, это XL уровень? Я уже это говорил? Нет? Ну, хорошо. Зато второй артефакт. Вот уж он-то затащит и это... Абель. Вот, ну, ну ладно, далее и далее. На самом деле отстой какой-то, ну, ну да, отстой, но что поделаешь. Вот, может тут есть то, что нужно. Например, еще пауков. Серьезно? Вот так вот? Я прям не знаю, это что-то невероятное, не в тему. Ну ладно. Тебя-то нам и не хватало. И имеется в виду комнату тупик и вот это вот, что в ней бегает. Что за ужас? Секретная комната явно не тут. Вот, может где-то тут примыкает, но... Например, тут вверху. А мы сейчас посмотрим с этой стороны. Да, скорее всего, тут секретная комната. В которой находится ключ. Ключ. Попрошайка с ключами. Вернее, который просит ключи. Нет, это все что-то не то. А, хорошо, давайте к боссу уже, что ли, продвигаться. Серое сердечко. Что, серьезно? Серое сердечко? А почему бы, скажем, не дать камушек, который хоть чуток увеличивает дамаг? Потому что дамаг вот, ну, не очень тут сейчас. Ну и как это все взорвать? Наверное, отсюда. Вот. Мы же тут достаем бочки. Прелестно. И, наконец-то, это тот самый камушек, который типа увеличивает дамаг. Ну, теперь-то заживем. Теперь-то все нормализуется. Но... Все еще нет. Одно только можно сказать, что два босса будут идти подряд. Правда? Как говорится, и что? У нас даже нет нормального артефакта на пробел, который мог бы как-то затащить. Widow. Прямо как в Overwatch. Правда, там Widowmaker. Так называемая вдова, почему-то переведенная. Но это тут-то вот правильно было перевести вдова. Потому что паучиха съедает паука после, так сказать, акта спаривания. И остается типа вдовой. Вот. Почему там вдова в Overwatch, если она Widowmaker, непонятно. Так, дэмэдж увеличен, и даже дальность стрельбы. Ну, теперь-то точно... Вот теперь-то нам точно наваляют. Этих ребят помню. То еще зло. Уходи. Обе две. Ливон, Ливон. Задето. Ну, вот и все, наверное. Наверное, все. Сейчас какой-нибудь хитрый бдыщ произойдет. Конечно, хитрый бдыщ. Это, вот, ну, совсем не нужен. А можем мы сделать вот так вот? Можем, это даже... Ой, даже почти, почти даже вот, ну... Тихо, тихо, тихо! Никаких бы диджей не надо. Фу. Да ладно. Ну, глянем, что дают. Внезапно дают такое, что лучше и не надо нам такого. Вот, да-да-да-да, вот, вот. Он крутит ими и двигается при этом. Вот
это совсем ни, никуда не годится. Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Да, что творится-то? Это ужасно. Серьезно. Хватит крутить. Не, не крути. А, нет, он задел. Ну почему он первый попался-то? Этого не должно было быть. Не должно было такого случиться. Добито, боже ж ты мой. Ну хотя бы дали на пробел нормальный артефакт. Ужасно-то как. Лост там, который... Это был лост. Ну, ладно. Первые два уровня пройдены уже хорошо. А, вот тут надо три, наверное, бомбы. И их нету. Неизвестные пилюли. Бомбы становятся ключами. Вот теперь-то бомб хватает. А давайте же глянем. Может там вход на этот самый, как его там, черный рынок. Ну, он бывает тут, что бывает. Нет, тут просто переход в следующий уровень. И даже можно поспать, и это приводит, ни к чему не приводит. Хотя, возможно, заряжаются артефакты, но я не уверен. Вот что? Ну, хотя бы из точки безопасности. И очень вероятно, что тут секретная комната. В которой очень вероятно... Ну, в общем, ничего нет. Мелочь. Ну, мелочь, конечно, приятно, что хоть такая мелочь, но приятно. Ай-яй-яй. Я не помню, они плюются? Или просто бегают? Ну, вроде все нормально. Монетка. И один ключик, который только для вот этой комнаты. Нож. Вот сейчас, конечно, интересно. Нож это хорошо. Теперь бы еще защитных орбиталок, и все было бы вообще просто... Просто чудесно. Ой. Ну, как-то так. С ножом-то так попроще будет. Ну, я так думаю. Опять сейчас будет миллиарды пауков. Паучишек. По-моему, не хватает еще самонаводящегося выстрела и, не знаю, 9 жизней и все. И вот можно проходить, не сильно парясь. Но 9 жизней, я думаю, никто так просто предлагать не будет. Это жаль. Ой, лопнуло. Оно само и ничего не трогало. Успел выпрыгнуть. Ничего себе, какой хитрый. Ну, в смысле, шустрый. Ну, в смысле, толстый и шустрый. Только вот, чтоб он еще не крутил свои эти выкрутасы. Бэдэйдж, свободные. Вот что это за ерунда? Зачем она нужна? Ну, это когда персонаж получает дамаг, могут появляться... А, кстати... Могут появляться всякие помощники. Ну как появляться? При определенном получении дамага там появится постоянный помощник. Но как бы... Слушайте, тут даже ключика нет. Это вообще обидно. Карта Magician. Ну это типа самонаводящийся выстрел. Не сказать, чтобы он прям полезен будет. Но не бесполезен точно. Мне кажется, зря потратили... Ух ты. Тын-тын-тын. Ой, да ладно. Что было-то? Что было-то? Ладно. Эй. Правда, их будет только два. Фух. Фух. Я просто рассчитывал, что одна из этих... Один из этих сундуков телепортация в сделку с нечистым или там, скажем, в комнате с ангелом. А вот дулечки... Вообще нет, вообще не отсюда. Спасибо. Дохлая птичка. Ну, пускай будет. Вот сейчас-то обидно. Блин. У
Ужасно. Это было ужасно. Я не хочу больше таких комнат. Тем более лостом. Просто добей их всех. От тебя же нож. Фух. Сюда? Ой, она что-то она развалилась, я ничего не делал. Все само. Ключей, правда, дали, это радует. Надеюсь, что артефакт где-то впереди, а не позади, после узкой комнаты. Неизвестная пилюля. Что взять и взять? А, это известная пилюля? Ну, это тоже неплохо. Инфест — это вообще классная пилюля. Но на фоне некоторых других. Вот две большие комнаты. Выбирай любую. А, ну вверх. Не самая плохая комната на самом деле. Серьезно, ну нормально. Есть точки безопасности, только вот чтобы поменьше было этих фекаленышей. Еще один остался. Серое сердечко. Ну ладно, почему эта карта не попала, скажем, в прошлый... Это что? Он будет таким пакманом бегать. Это отстой какой-то. Excel уровень? Нет, обычный. Да, уровень-то обычный, а босс-то будет какой-то двойной. И совсем, наверное, не веселый. Сколько их осталось? Окей, пошли смотреть, что за босс. Так, кажись, мы их слегка поджарили. Все, гурлингсы кончились. Damage и range up. Дальше стреляет, больше дамага. Это хорошо. И еще что-нибудь дадут? Теперь-то дадут. Усиление дамага и прочее лабуда. Ну, берем, почему нет. Раз уж нету комнаты с ангелом, давайте хоть это возьмем. Ну и так, конечно, нож, само собой, прекрасно. Но с усиленным дамагом в любом случае лучше. Да че он их сразу не убивает одним прикосновением? Прикосновением. Прикоснование, слово какое. Сам придумал. Ах ты ж, глазастый быстро как бегает. У него, наверное, фарш глазастый, так же быстро убегает. Надеюсь, мы правильно идем? Нет. Золотое сердечко, вообще даже не знаю, оно сработает как-то. Но думаю, когда щит сработает, святой, тогда, наверное, сердечко будет... тоже сработано золотой, выдаст кучу деньжищ. Ну, кучу, не кучу. Пару монеток. Да выдаст. Да, вот, а против этих маскоголовых то, что надо, нож. Нож вообще классная вещь. И... как оказывается, ну, я не знаю, наверное, тут уже босс будет где-то. Потому что уж слишком долго идем, вряд ли тут просто артефакт. Но артефакт тут есть. И магазин тут есть, в котором, собственно, брать нечего такого прям полезного. Монетку дали в магазине. Внезапно. Тогда давайте посмотрим, что же за артефакт нам приготовили. И это летающий глаз, который летает и всех дамажит. И это неплохо. Это даже очень классно, потому что дамаг у нас повышен слегка. И значит, это сказывается. Вот, тут уже сказалось. Сейчас нам тут скажется. Все не сказывается. Все. Бл-бл-бл. Сказывается. Что-то с дикцией моей стало. Надо чаще говорить. И поменьше матом, и тогда все будет классно. Вот тебе и раз. Ну ничего, пока держимся. Вот похоже. Но только похоже, что тут какая-нибудь секретная комната. И она тут есть. И в ней опять попрошайка с ключами. Но нет. У нас не так, чтобы миллион ключей. Было бы ключей штук 20, может быть, и стоило бы. Вот почему нож пролетел мимо? Вот как так? Первый раз нож пролетел мимо. Это что это было? Секретная комната. Нет. Ну ладно. Гиш. Ой, сразу сбито. Да вы что? Что за... неправильность, так не должно быть. Ну ладно, гиша-то хорошо бить, он большой, толстый. В него все попадает.
А где комната со сделкой? Почему не дали? А... Обидно. Дали бы комнату с ангелом. Это глубины 2 уже. Уровень мамаши. Ого-го. Я не помню, они плюются или нет. Или только пауков пускают. Ну, до мамаши уже, считай, почти дошли. Глянем, что тут дают. Тут дают. Вот это может быть что-то классное. А может, я отстой полный. Помощник. Хорошо. Мамашина лапа. Тролли-бомба, конечно. Вот чего не хватало. Да, но это же не все. В принципе, может не брать тут больше ничего. Спасибо, до свидания. Это как бы намек, что не надо было брать. Ну вот видите, красный сундучок, и там была телепортация. Хорошо. Редкий случай правильного красного сундука, который тут действительно в тему. Но, опять же, получили какой-то отстой за этот. За эту комнату. Да ладно. Два ключа. Ну, можно потратить. Так. И, конечно, тролли-бомба. Белое сердечко. Невероятные богатства. Нам бы теперь еще в магазин зайти, чтобы там был магазин. А нет, черти что. Может, игровые автоматы? Камушек, да ладно. Который будет показывать, где сердечки, вот вообще не нужно. Еще раз карта Magician, ну это такое. Чтобы две тринки носить, а это вообще-то можно устроить. Что дают тут? Карта Джокер. Вот ведь тоже вещь хорошая. Magician. Джокер. Окей. Получи. Ага, тролли-бомба, конечно. Ну ладно, предположим, что все-таки артефакт... не тут он. Он все-таки был... Спасибо. Он был где-то вот на той развилке, где надо было идти вверх, а не влево. Окей. А почему два игровых автомата? А ну-ка. И... Вот тебе красное сердечко, Лост. Ну, ты же знаешь, что красное сердечко тебе вообще до лампочки. Поэтому вот она тебе. Лампочка. Она... Ну вот. Даже узкую комнату прошли. Что дают? Призовую бомбу. Нет, вот это совсем не нужно. Призовая бомба это... Магнит. Нет. Кастет. Туда же нет. Муха защитная. Боюсь, что может быть хуже, поэтому возьмем защитную муху. Но это тоже типичный отстой. А зачем нам сюда? Нам уже к боссу идти. Зачем ты сюда заходишь? Тут же зло. Очевидно, что тут ничего хорошего нет. Нет, зашел. Вот что ты сюда идешь? Очевидно же, что... Ну, ничего нет. Ну, ладно. Пошли бить мамашу. Сначала бдыч. Из башки Карампуса, а потом ножом, естественно. Чем мы еще можем? Какую еще тактику мы можем предложить Лосту? Ой. Это был последний? Нет, еще один ключик остался. Ну, вдруг попадется золотой сундучок. О, мы взяли вторую триньку. Теперь-то мы будем видеть точно, какие камушки что-то содержат. Камни с крестиками или камень. Не знаю, но... Ну так. Ну или так. Вполне нормально. Тут-то мы уже были, глянем еще раз. Ой, да, мы тут уже были. Спасибо, до свидания. Ну как спасибо? Ну типа спасибо. Что, мы даже успеваем на босс раш? Просто глянем, что тут дают. Может, что-то полезное. Мы сможем свалить к Джокеру и... Ничего тут нет. Я даже это брать не хочу. Вот совсем. Не, если бы это можно было реролнуть. Но ведь там полный отстой. Curse of the Lost. Ну, сразу к Джокеру. Джокер нам предлагает кучу отстоя опять. Ага.
У нас теперь появляется второй шанс, я так понял. Тень Джудаса означает, что если что, всю работу грязную доделает Джудас. Ну, наверное, наверное. Это так доделает. Это тот, кто доделает. Не то. Бело-черная пилюля, которая... I found pills. Ну давай, находи пилюли, я не против. Только чтоб классная. Ой, серое сердечко, вообще классная вещь. Белый инфест отберем, конечно. И... Это что такое? А это феромоны были. Один сундучок, да на таком уровне, вы что вы? Там небось будет три волны из боссов за один серый сундук. Это прям что-то невероятное. Опять лапа какая-то. Две. Может даже... Блин, их больше, чем две. Совсем никуда не годится. Ой, да что такое? Да ладно, ладно, ладно. Больше, больше. Отлично, может... Может сюда действительно надо было идти. Я одну только не понял, что карты сразу не было. И вот так вот и шли. Так вот и мучились. И оказалось, что тупик. Ну, значит, мы тогда там шли правильно, а тут, может, и нет. А и есть подозрение, что тут секретная комната. Но мы глянем вначале с... Вот нету там секретной комнаты. Потому что тут на ее месте пропасть. Не может быть там секретной комнаты. Вот вообще. И хорошо, что не потратили бомбу. У нас их мало, всего 10. Вот здесь могла бы где-то быть секретная комната. Ну, могла ведь бы быть. Но нет, потому что... Что за глупости творятся-то? Потрачена бомба. Ни за что не прошло. Ну да ладно. Так, то есть нам придется все равно проходить ту комнату, где мамашины лапы. Вот совсем не весело. Это следующее. Сейчас главное правильно увернуться. А ну вот. Все получилось. Куда что тут развилки? Ну, предположим, что не вниз. Поэтому пойдем вниз. Вот, ну, не надо было вниз ходить. Ну, ладно, зашли. Че уж там. Тут что-нибудь? Золотой сундук. Боб's Brain. О, боже, только не это. Да что ж такое-то? Тенденция такой отстой ложить в золотой сундук. Прям даже не знаю. Так, что у нас еще есть? Куда-то наверх. Наверх. И тут вообще ад. Ну, главное их близко не подпускать. Надеюсь, на всю комнату они не стреляют. Все у нас получится. Получи же. И ты тоже. И вот так вот. Вот так вот. Наверх, наверное. А вот, вот это совсем не весело. Вот ни разу. Это ж такое будет на мамаше. Боже ж ты мой, это была бомба. Тролли-бомба. Все получилось. По крайней мере, в этой комнате. Ну вот. Ладно. Раз уж маневрировать на опасной территории не получается, будем с точки безопасности. Ну, что делать-то? Камень с крестиком, его не видно. Он должен мигать, поэтому нету. Какая-то злобная пакость. Давайте мы ее сразу взорвем. Ну, как сразу? Ну, пакость точно злобная. Тут все злобное. Это что дает? Tears up. Я даже не знаю. Наверное, сильнее дамажит нож. Тут мы уже были. Тут уже, да. Тут уже все пройдено до нас. Мы пошли дальше. Мамашин уровень второй. Окей. Ну, например, вот этот чувачок нам что-то хочет выдать. Вот хочет прям... Прям вот наговорит, забирай. И выдаст он, например, компас. Или какую-нибудь классную карту. Или ключик. Это уже не надо. Ну, давай уже, давай, чё. Давай артефакт какой-нибудь. Даже боб будет вполне нормально. Даже не знаю. И все вот как-то вот, вот как-то так. Ну, 5 монеток, в принципе, чё. Да.
Justice, may your future become что-то там. О, карта выдана. Отлично. А Justice дала что? Дала бомбу, монетку и ключик. Ну, такое. Но зато хотя бы теперь видно, куда идти. Или хотя бы можно предположить, куда идти. А тут варианты есть вообще-то. Оу. Хорошо, предположим, что босс вот там в крайней левой комнате. Ну, это было бы, не знаю, логично, нелогично. Так, health up, speed up. Какие классные все пилюли прям. Одно, другое лучше. Да, тут пауза возникла. Ну, ничего, продолжаем. Чё где было, я уже и забыл. Вот такая пауза, все. Не попадем мы в топ 100 игроков. Ну да ладно. Смотрите-ка, там был золотой ключик и серое сердечко. Вот теперь-то заживем. Так, вспоминаем, куда идти. Босс, наверное, в левой крайней комнате. А, что ж такое-то? Он же там ведь, правда? Где ему еще быть-то? А, вот и нет. Совсем там не босс. Так, давайте подумаем. Вниз. Возьмем батарейку, чтобы можно было бдыдыще сделать. И, да, вниз. Ох ты, что ты тут творится-то? И да, да, тут босс. Как тут уклониться вообще? Ай, да ладно. Что, на этом наш репортаж из мира подвала закончится, я так понял. Да что творится-то? Как его убить? Ёлки-палки. Что-то невероятное вообще. Ужасное. Ну, ладно. Вырулили как-то. Давайте же смотреть. Бдыдж. Вот вообще не туда. Может, хватит добить? Готово. Фух. И даже блувом предлагает. Нет, никаких блувомбов, и что это? Блувом только не хватало. Тут бы Айзека пройти. Вообще было бы классно. Ну, ладно, идем. Идем дальше. Что дают? Куда идти? Вам очевидно, внизу, по центру, вот так вот. Где еще может быть такой босс? А, ну, давайте пробовать. Отличная комната. Вот это не очень. Ты чё? А, сбито. Подбито и... Фух, задето. Еле-еле. Серое сердечко, две монетки. Прелестно. Зачем только надо, но пускай будет. Мелочь? А приятно. Отличная комната. Серьезно, это одна из лучших комнат в версии хардмода. Я только согласен, чтобы таких побольше было. Готово. Так, пошли дальше. Ну, это же будет Айзек, и мы не накопили бдыч. Надо все-таки две комнаты еще. Хочешь, не хочешь, дойти. На самом деле, еще две. Опять два локи, конечно. Конечно, это два локи. А самое главное, чтобы ножик задержался именно вот на нем. А самое неприятное, куда делась наша карта, которая была самонаводящийся выстрел? Я что, ее потратил где-то? Вообще не помню, но где-то же она есть. Давайте, может, вот эта комната такая. Ну, несложная вроде. Вроде. Ой, да ладно, секретная комната нашлась. Просто все как мы любим. И неизвестная карта, которая Temperance. Нет, ну это ни о чем, конечно. Ну, давайте мы ее включим, этот Temperance где-нибудь тут. Это я хотел включить. Temperance. Да что такое? Кьюшка? Я кьюшку не могу нажать уже. Дожили. Усиление дамага. Прелестно. Вот сейчас хорошо. С этого начинать надо было. И, пожалуй, вместо камушка вот это взять. Эй, вместо камешка, я сказал. Вот, да, как-то так. Дохлая птичка остается. И вот, да, да, все как надо. Все заряжено. Попытаемся теперь пройти. Дамаг усилен еще больше. Кстати, что с дамагом? Дамаг прямо максимален. Максимальный дамаг. Прелестно. Ну что ж, пошли бить босса. Босс. Это Айзек.
честно говоря, как-то ему, чувствую, не очень напугала наша вот это вот. Все. Нет, не все. У нас еще есть тень Джудаса, который сейчас начнет разбираться со всем этим. Сразу в дыню. Вот, ну просто сразу. Не зайдя, нет, не зайдя, нет. Отлично. Но Лост-то сдох. Зато осталась тень Джудаса. Теперь бы серых сердечек найти. А может секретную комнату поискать? Ну раз уж так уже, ну почему нет-то? Ну вдруг она где-то тут рядом. Ну, могла бы быть. Ну, скажем, вот в этой комнате-тупике вполне могла быть секретная комната где-то примыкать. И она может, но это слишком долго и нудно. Ладно, понадеемся на... У нас есть 4 ключа? Да, на те артефакты, которые выпадут в следующей комнате. Вот в следующей буквально... Буквально. Вот тут. Вот просто здесь вот. Отлично. И тут. Красные нет. Рыбы, хорошо, но это все немножко не то. Классно, но не то. Козерог, отличное повышение всех характеристик. И это я не помню, что пугающий выстрел. Тоже неплохо. Что случилось? Какой-то звук такой был, это пугающий выстрел. Это мамаша, теперь персонаж стал мамашей. Ну хорошо, где босс? Ну предположим, опять же, что это налево и вниз. Ну, конечно, конечно. Так все и сдохли. И сия пучина поглотила их всех. Короче, все умерли. Так, а подождите. Три знака вопроса, персонаж летающий. То есть для него там рисовать все эти пентаграммы бесполезное занятие. Серое сердечко. Вот с этого начинать надо было. ...25 монеток. Ой, как это все нужно. Эффект замирания. Хорошо, но это не босс. Как оказалось, это не босс. И дали всякий отстой. Ну серьезно, зачем? Может, тут секретная комната? Нет. Может, там босс? Если тут нет секретной комнаты, значит, вот эта комната, которая примыкает к ней снизу, наверное, есть комната с боссом. Сейчас узнаем. Ой, это же мой любимый, нелюбимый босс. Ну это когда нет дамага, а сейчас-то он есть. А дайте серых сердечек. Вот все дали, кроме серых сердечек. И тут нет комнаты с боссом. Тут все просто комнаты. Окей. Трилогия. Типа трилогия. Ну, обычно трилогия, а тут трилогия. Тонкий филологический юмор. Забудьте. Так хорошо, одним ударом. И это лев. Не надо было брать, но ладно, лев. Ну, пускай лев. Ну, хотя бы яркий. Типа, такой яркий. Ну, там точно нет боссов. Ну, как прекрасно. Ножик просто пролетел сквозь них один раз, и это их уже уничтожило. Ну, что тут сказать. Наверное, отсюда вниз. Или как вариант... Наверх. Ну давайте вниз попробуем все-таки. Как-то тут вроде больше. А раз больше, то шансов больше. Что там босс? Не. Да, тут босс. Давайте же его проходить. Здрасте. Как насчет вот, вот... Вот, смотрю, его это не пугает вообще ни разу. Что он умеет-то? Но это не важно. Пройдено. К сожалению, пройдено немножко. Седьмой? Да ладно, я седьмой по времени. 7-7-7-7-7. На самом деле, я минут 20 говорил по телефону, там была пауза такая. И, ну ладно. Седьмой, я не против. Во-первых, как такие такое количество очков? Это какой-то... Это какой-то читер. Ну смотрите. 100 раз больше, это невероятно, так не бывает. Ладно, по времени смотрим. Пока седьмой. Кто-то прошел за 17, а кто-то прошел за
Где седьмой? Седьмой прошел за 31. Но... Ну, может быть. На самом деле, 17. Ну, может быть. Не знаю. Вполне может быть. Если с ножом и знать карту, то вполне может быть. Ну, ладно. Пройдено. Причем, ну, почти лостом. Почти лостом. Ну, вы же видите. Это же не запоротое прохождение, а пройденное. Ну, немножко не лостом в конце, но все-таки пройденное. Так что... Это однозначно лайк. Всем спасибо за внимание. С вами был Джага. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч.